Доброго времени, дорогие друзья! Меня зовут Ведьма Бажена, и сегодня я вас познакомлю с замечательным ритуалом от Алены Полын на красоту. Очень многие делают пластические операции. Ну, что женщина не сделает для красоты, чтобы выглядеть привлекательной? Алена же дает очень простой и действенный ритуал, для которого понадобится всего лишь молоко и минеральная вода. Итак, налейте в емкость немножечко молока, так чтобы вам можно было умыться. И, мешая ложечкой, сделайте воронку. В воронку, касаясь дыханием, следует наговорить такие слова: молочными реками умываюсь, на глазах преображаюсь. Мне молодость река дает, красота живет воистину. Сказать нужно 12 раз. Затем этим молочком умыться, подождать минут 5, пока оно полностью высохнет, а затем смыть молочко минеральной водой. Желаю вам удачи, милые женщины, быть всегда красивыми. До новых встреч!